Здравствуйте, мои друзья. Сегодня нахожусь в центре города Сус, в Тунисе. Центр города и крепостные стены, которые называются Медина. Видите? Сейчас походим по старинному центру Туниса. Мерси. Понятно, что вокруг центра города всегда развивалась торговля, и до сих пор вот множество сувенирных магазинчиков. Вот традиционная керамика магрибская. И красивые блюда для подачи. Маленькие там дыры. Традиционные цвета, какие были в арабских странах: белый, синий. Там проход вовнутрь, большая мечеть. Весь этот район называется Медина. Медина – арабское название крепости в центре города и в центрах города древнего. Аслема. Аслема. Раша, да? Нет. Польская? Нет. Палестине. Ну, понятно, много торговцев пристают, много мелких мошенников, карманников. Вот великолепные магазины с их местными мылами и ароматравами. Ну вот все в таком стиле. Вот еще видите вход в старинную мечеть.